Традиционная 52-я манжосовская лыжная гонка прошла в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. На дистанцию вышли молодежь, старшее поколение и, конечно, самые юные участники. Старт первому забегу дали глава муниципалитета Андрей Иванов и легендарная лыжница, герой России Лариса Лазутина. Любители лыжни, любители свежего воздуха приезжают сами, приезжают своими детьми, близкими людьми. И в преддверии как раз Нового года они получают хороший заряд эмоций, бодрости, духа, а самое главное – здоровье. Поэтому всех с наступающим Новым годом, пусть все плохое останется в старом году. И с новыми силами, с новым прекрасным настроением мы идем в новом. Мария вместе с отцом участвует в лыжной гонке уже во второй раз. В свои 7 лет она тренируется в спортивном клубе и интересуется историей самых масштабных зимних соревнований. Я бегу уже взрослую лыжную гонку, чтобы поддержать, так сказать, дочку, потому что она занимается и вот хочется все-таки, чтобы не бросала этот прекрасный вид спорта. По традиции, самым массовым заездом стал старт на 18 километров. Поддержать участников пришла дочь Николая Манжосова. Вспоминает с теплом самые первые тренировки, которые проводил ее отец, и лыжные соревнования. В воспоминаниях вот это место, где это все проходит, оно было у нас изначально местом тренировок моего отца с его этими воспитанниками. Сюда приезжало, ну, человек по 100 из Москвы. В этом году разыграли 20 комплектов наград на 5 дистанциях. Как отметил министр физической культуры и спорта Московской области, все спортивные события в округе проходят на высоком уровне. А в 2021 году их прошло более 60. Это уже бренд, 52-й раз. И мы сегодня видим кнопки трехлетние и... Старшие участники, скажем так, отменили, конечно, заезд 65+. В этом году участие в манжосовской гонке приняли около 500 человек. Если бы не лимит, установленный из-за пандемии, их было бы гораздо больше. Ежегодно событие собирает всех любителей лыжного спорта. Организаторы надеются, что в этом году посоревноваться смогут все желающие. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».